27 января в Кадетской морской школе-интернат состоялось мероприятие, приуроченное событием прорыва блокады Ленинграда. По словам заместителя директора по воспитательной части Бурлиет Абдурахмановой, данная встреча была организована в рамках акции «Блокадный хлеб». По этой акции за эту неделю нами проведено несколько мероприятий. Это во всех классах прошли единые классные часы на тему «Блокадный хлеб». 26 января ученики 7-8 классов нашей школы вышли в город, раздавали флаеры и хлеб, блокадный хлеб размером, вернее, весом 125 грамм. Основная цель акции – это сформировать у учащихся знания о Великой Отечественной войне, ее защитниках и подвигах, а также поспособствовать нравственно-патриотическому воспитанию школьников и, конечно же, пробудить в них патриотические чувства, историческую память и уважение к старшему поколению. Блокада Ленинграда, она тоже признана судом, геноцидом советского народа. 872 страшных дня блокады Ленинграда. Голод, холод, постоянные авианалеты. Более миллиона погибших. В городе проживало до войны 3 миллиона человек. Воспитанники кадетской школы подготовили для зрителей стихотворения, песни и сценки. Кадеты окунули присутствующих в атмосферу тех страшных событий. В завершении ребята почтили память умерших в годы блокады Ленинграда под звук метронома. Асият Умалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканала «Среда».